В этом году у нас с вами произошло достаточно такое важное, на мой взгляд, событие. Мы реализовали один из ключевых проектов для города Москва. В 70 магазинов мы сделали так называемую легкую реконструкцию. Это означает, что мы обновили навигацию, это означает, что мы сделали перезонирование, где-то добавили нового оборудования, а в каких-то магазинах даже реализовали концепцию нового кафе.